В Ульяновске завершились финальные соревнования спартакиады учащихся России по боксу. 109 юношей и 90 девушек в течение 6 дней боролись за самые высокие награды. Соревнования прошли в атмосфере напряженной борьбы. Каждый бой был зрелищным и интересным. Юные спортсмены показали высокий уровень подготовки. Слабых нет. Но борьба очень такая напряженная. Боксеры все очень сильные. Бои очень ровные. Поэтому каждый бой носит такой острый, ожесточенный характер. Несмотря на летний сезон, который обычно не ассоциируется с турнирами, участники спартакиады успели подготовиться и показали высокий уровень мастерства на ринге. Судьи отмечают, что в Ульяновск приехали лучшие из лучших. Золото для нашего региона принесла Алина Фахурдинова. В свои 15 лет девушка имеет за спиной немало побед на соревнованиях разного уровня. В финальном бою Алина проявила стойкость и одержала победу над соперницей из Санкт-Петербурга. Этот бой прошел очень тяжело, но тренер сказал, нужно поднажать. Я выложилась. Всего в копилке Ульяновской области 4 медали. Золото завоевала Алина Фахурдинова, серебро досталось Ангелине Александровой, а бронзу у Анастасии Паничкиной и Сабины Ермольченко. Кирилл Савосин, Олег Тоньшин, Управда ТВ.